Магазин Победы на обзоре Фрейзер Бош. Состояние его отличное. Мало БУ. Никаких трещин, потерся, ничего такого не заметно. Есть только микро царапинки где-нибудь. Пыли больше, чем этих царапин. Подключили питание. Так. Разобраться, как его включать. Я занят. Вот же кнопочка. Показал бы вам еще как пойти. Третьей руки, к сожалению, нет, чтобы показать, как он туда-сюда ходит. Вот как так.